Вышки волочок, дверь будет осуществляться из вагонов 2, 3, 6, 8, 9. Просим вас, что у нас готовится. He is пешина. Can you imagine? I went here. В вагоне номер 5 для вас работает бистро. В ассортименте горячие и холодные закуски, прохладительные и алкогольные напитки. К оплате принимаются банковские карты. Также на протяжении всего рейса к вашим услугам прилежны мобильные бары. Обслуживание питанием осуществляет компания ESP Service. There's a restaurant in car number 5 where you will be offered hot and cold snacks, soft and alcoholic drinks. You can pay by credit card. Also, there are mobile bars at your service throughout the journey. Catering is provided by ESP Service Company. Уважаемые пассажиры, в соответствии с кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, курение в поезде запрещено на протяжении всей поездки. Использование электронных сигарет разрешается только в тамбурах поезда. В нашем поезде вам предоставляется возможность заказать такси экономического или премиум-класса. Чтобы воспользоваться данной услугой, обратитесь к проводнику. Во время поездки вы можете приобрести железнодорожные и авиабилеты, билеты на поезда Аэроэкспресс, а также оформить универсальную или дорожную карту акционерного общества «Российские железные дороги». Оформление билетов на поезда «Сапсан» для владельцев карт осуществляется по специальным тарифам. На борту нашего поезда вы можете воспользоваться беспроводным доступом в интернет «Зеленая зона Wi-Fi». Оплата услуги для пассажиров эконом-класса осуществляется при помощи карт оплаты, которые вы можете приобрести в нашем поезде. Для абонентов оператора сотовой связи «Мегафон» возможна оплата путем списания денежных средств с лицевого счета мобильного телефона. Пассажирам вагонов бизнес-класса доступ в интернет предоставляется бесплатно. В памяти поездки вы можете приобрести сувенирную продукцию с символикой национальной системы высокоскоростного движения.